崔，这两天来北京，你以前也在北京生活对吧？对，在北京上大学。对，你比较喜欢北京的什么东西？现在？对。妈妈，就是我们来了，这些我非常喜欢。妈妈，姐姐、二姐陪，天天陪我们，然后我们就可以说天天在一起，然后孩子们玩的也开心，然后什么？在北京什么都方便，还有那个外卖，还有什么什么什么都很快，还有你要什么都有，还有什么？那就咱们哪儿？丽娜人，丽娜。嗯。得可快，得留不是北京。妈妈。Да, помню. Па, а? Тебе нравится в Пекине? Mm-hmm. Вот мы сейчас в Пекине. А что тебе тут больше всего нравится? Мне нравится. Папе ответь, папа вот. Мне нравится больше всех. А играем. Варда, ты помнишь его? Да. Нана. А. А ты? Мам, я же на заводном. А, я не знаю. Ну, наверное, скорее всего, мне нравится. Ну, вообще везде хорошо. Но самое большее это проводить время с братьями, а не одной. 搞了半天，其实都是不想孤独，对吧？对。老大也是觉得说必须有朋友，崔薇女士呢也是需要有朋友。陪伴，所以说啊，在别的国家生活就是这样，只要不孤独，什么事都好解决。为了你们呀，媳妇，我应该努力一点，赶紧买一套房子。那就明天开始看房吧，崔伟，好吧，行。